Ребят, всем привет! Машину грею, блин, наверное, тарахтит. А оборона в ранге А вот так вот стоит, держит. Неснимаемая контратака. Не докачал, кстати. Ну, тут я так думаю, что теперь всех жизнь эльфрики, да, будут? Эльфрика опять. Кстати, без разлима, заметьте, еще. Вчерашним тапком продолжаем. В Людвига до хрена, блин, стоит. Я предлагаю взять вот так, может, за один ход зеленый возьмутся. Нет, не взялись. Ладно, берем. Щит включил, да? Блин, мало я урона пронес. Как бы они, мне кажется, и могут и не умереть. Так, Людвиг, молодец, середина выдержала. Бока должны отлететь. Тыдыщ, есть. Есть контакт. Сейчас надо аккуратненько прокинуть... своих зарядить. Ну, немножечко прожарку включим. Пусть прожариваются. Аккуратно тут бросим. Аккуратно тут бросим. О, прожарка номер два. Ну, сейчас зеленые мои зарядятся. Ну, давайте вот так через синий, фиолетовый. Ай, блин, комбит и бук. А нет, не зарядила. Ну все, и тут добиваем. Это 100%. 600. 1400. Проехались по одному. Ё-моё, фиолетовый моноцвет. Две эльфрики с нальфот. Так, все, боюсь, ребят. Вчера еще, если я пропустил ходы, что-то там кидал, попало. Что попало, то тут я вообще не знаю, что. Как вот эти зеленые зарядить? Как сверху советуют, можно скинуть. Что потом делать? Непонятно. Ладно, давайте все-таки это и скину. Давай снизу фиол. Пришел. Но надо, чтобы не комбило дальше. Так, эльфрика ходит. Людвиг на себя этот удар решил принять. Нам надо зарядиться. Ну, давай так поднимем зеленый. Больно ему. Ох, аккуратно надо. А чё я квинель-то не стал заряжать? Ой, не квинель, а этот. Франсин. Блин, короче, Людвиг умирает. Падает он. И мать собралась подымать. Ну, тут вариантов нет, конечно. Чтоб не смеяться, я вот тут пронесу вот так. Здесь так, зеленый в пустоту. Подождите, а что у меня? Альфика-то не сходила или что? Я что-то пропустил момент. У меня за счет чего Людвиг-то живой до сих пор? Не понял я. Снес, короче, я не понял, как я выиграл, но этот. Как Людвиг, точнее говоря, выдержал это издевательство. Блин, перекурю, ребят. Так, пару тапков откидал, скрипты, так скажем, скинул. Надеюсь, поможет это. Продолжаем. Нормальные скрипты скинул, да? Такс. Трекс, пекс, фекс. Ну, давайте здесь возьму сначала. Так, скину. Отлично.
Зеленые здесь стоят, поэтому все равно здесь будем кидать. Блин, не положит она Людвига, у меня есть ощущение. Никого не положила. Ну, короче, я мать, наверное, убью, выберу. А потом Людвига выберу снести. Насмешку есть чем снять. Поэтому переживем, я думаю. Так. Ну давай, сколько ты вжаришь? 800. Ну давайте Людвига зарядим, да, вот есть зарядочка. Безопасно заряжаемся и еще раз сносим. Раз, два. 1100, блин, крепкая эльфрика. Да ё-моё, страх божий стоит, а? Так, надо было еще раз скрипты скинуть. Кончились камни синие, поперли. Все под ней стоит, вся боль. Красных троечка. Знаю, желтый в мать может скинуть. Давайте желтый в мать скину. Нет, ничего интересного не пришло. Хрен знает, что кидать, ребят. Можно желтый взорвать ради прикола. Ни щиты не могу поставить, ни фиолетовых зарядить, ни красных. Ну, ни зеленых. По центру тройку кидаю, если там еще что-то придет, это жесть. Ладно, все-таки так сделаем. Может и зря. Давайте так. Блин, Людвиг включится, но я, кажется, у зеленых-то успею зарядить. Да, Людвиг включился. А пробить центр нечем, да? Мана еще разогнана. Ё-моё! Там 10 ульта эльфрики нас ожидает. Ну, по трем одинаково бьет. Ну, желтый взрываем. Красные уходят, может, зеленый сложится. Нет, не закомбило. У нас стоит диспел сейчас. На следующем ходу сдиспелится. Подняли, да? Ничего необычного. Так, фиолетовый аккуратно как зарядить, а? А они на разогнанных щах. Людвига, если прилетит вот эта колбаса, он опять ультанет. Давайте, короче, попробую я вот так вот. Не должны вроде. А, закомбило. На максимум прохилило. Ё-моё. Попал. Попал. А она с третьей опять ходит. Идеальная, да, оборона? Если только провафлил где-то, все. Пиши, пропало. Все, она без... по КД ультует. Без вариантов.
Ну вот ни одного камня не собрал, считайте, Дельфрики. И все, привет. Ну что, ну это издевательство, конечно, выходим. Первый бублик есть. Так. Красных дали, да? Тоже с таким паровозом дали. Смотрите, кидаем, и прям паровоз летит. Прокину так, короче. Ой-ё. О! Прикол. Прикол, оценил. Так, давайте возьмем. Щиты пока стоят. Так, начинаем квинели разгонять, давайте. Две аж включилось. Ну, блин, два таунта, конечно, ребят, это вообще печаль. Не знаю, что нам прокидывать побольше. Так. Сейчас кого-нибудь подымет еще. Так, ну тут мы, кажется, сносим. Там маны поддал, блин. Где зеленый? Нету, блин, зеленого, ребят. Мог бы и собраться. Людвичелла сходил. Сколько подымет? Ну, это еще бы относительно неплохо. Так, Людвиг разгон маны включил. Это опять все хреново. Тук-турук-турук-турук. Сколько мы набор маны сейчас? 83% из маны заход. Ну давайте вот так, с одного зеленого мы зарядимся. Блин, мы Крампуса зарядили. Опять таунт, считай, потратил я. Ой, не таунт этот, диспел. Сюда. Ну по синему хоть зеленый бьет, то вперед. Всех подняла, да тварь ты, а. Так, Людвиг. Так, вот тут в пустоту зеленые стоят, надо пробить как-то ее. Ну не в пустоту, но убьем получается, да? Блин, сейчас этот подымать будет. Так, что сделать? А давайте я пропущу один ход. Под срезом атаки ударим, если что. У этой брони. Ну все, короче. Повезло. Добили здесь. Фу. А, все, это последний был, ребят. Ну, один крестик за два дня, это полбеды. Живем. Вам удачи. Пока-пока.